Всем привет, я свадебный ревизор, меня зовут Валентина Ковердяева, и в этом выпуске я вас познакомлю с отелем Мастер Плаза, который находится в городе Видное, буквально в 5 минутах езды от Московской кольцевой автомобиль. Расскажу все о его ценах, двух залах, где вы можете провести ваши мероприятия, и, конечно же, покажу отельные номера. Продолжайте смотреть это видео, и перед этим поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Для начала мы с вами посмотрим отельные номера. Я оставалась на одну ночь в номере категории стандарт. В нем большая кровать king size размера, есть водичка, тапочки, все необходимые мыльно-душевые принадлежности, свой собственный выход на веранду, и в ванной комнате находилась душевая кабина. Все необходимые полотенца, как я уже сказала, все, что нужно для того, чтобы здесь переночевать либо остаться на один день, все имеется в наличии. А вот в люксе чаще всего остаются молодожены, которые собираются на свою собственную свадьбу, либо семьи с детьми. В гостиной есть большой диван, который при необходимости можно разложить, поэтому в номере может проживать до 4 человек. Теперь самая интересная и для меня, по крайней мере, важная часть – это завтрак, это питание в отеле. На завтраке есть хороший ассортимент и легких вариантов для перекуса, и для более таких плотных завтраков мужских, скажем так. Каши, яйца, круассаны, сухие смеси, чай, кофе. Все имеется. Приветливый персонал приготовит вам по запросу яичницу. Вам должно понравиться. В отеле Astra Plaza можно провести мероприятие сразу на двух банкетных площадках. Одна из них – ресторан «Эль Камино» прямо сейчас на ваших экранах. Зал поменьше размера, на мой взгляд, комфортно, за прямоугольными столами. Там можно разместить до 50 персон, больше уже будет тесновато. Для свадеб есть отдельная зона, за которой могут сидеть молодожены. Для корпоративов там все пространство смешивается воедино. Стоит караоке-установка, ей также можно пользоваться, оплатив работу предварительную техника. Аренды в зале нет, банкетный чек от 3500 рублей на человека и 300 рублей сбор за открытую бутылку алкоголя. Рядом с банкетным залом располагается веранда, где отлично можно провести фуршет. И прямо сейчас мы с вами плавно перешли в большой зал. Там можно смело рассадить до 150 человек с оставшейся хорошей зоной для танцпола. Также есть своя веранда, которая вечером подсвечивается огоньками. Рассадка за круглыми столами 1,80 м до 11 персон. Я бы вам рекомендовала, потому что кресла, они все-таки тоже занимают больше часть места, это не стулья. Мебель из залов не выносится, ну точнее как, это стоит очень дорого, и тогда она вынесется. Но если вы планируете отмечать здесь, то, наверное, я бы предложила не придумывать ничего нового, а оставить ту мебель, которая есть в наличии. Дополнительно свет и звук оплачивается из расчета 25 тысяч рублей, плюс работа технического специалиста на протяжении всего мероприятия. То есть может подъехать ваш диджей, специалист подключит его в эти колонки, они все настроят, и ваш подрядчик будет работать на оборудовании от площадки. Спасибо огромное всем за то, что досмотрели это видео до конца. Если остались вопросы, вы хотите организовать мероприятие в Астра Плазе, пишите, звоните, я всегда на связи.